Где-то мешает, надо... Осложняет ситуацию и мешает убирать снег и неправильно припаркованные автомобили. Только за 4 дня февраля 40 машин отправились на штрафстоянку. Эвакуация автомобилей проводится только из-под запрещающих знаков. В столице постановлением главы администрации утвержден перечень мест, где дополнительно установлены дорожные знаки, ограничивающие стоянку автомобилей. Эти машины просто пришлось принудительно забрать. Они мешали дорожникам убирать снег. На штрафстоянку в феврале отправились автомобили, припаркованные в неположенных местах. На Эгерском бульваре, улице Гладкова, проспекте Ленина и проспекте Мира. За нарушение правил с начала года по результатам совместных рейдов дирекции по строительству и эксплуатации гаражных хозяйств и ГИБДД по городу Чебоксары эвакуировано около 400 автотранспортных средств. На сегодняшний день эвакуация продолжается. Информацию о задержанном транспорте можно уточнить по телефону 50 62 05.